Ребята, всем привет! Сегодня я вам расскажу один способ, как ускорить загрузку игры PlayerUnknown's Battleground. Вот так выглядит она у нас без использования способа. Вот, способ очень простой. Очень-очень простой, потому что многие ребята играют не на каком-то сильном железе. Вот, у многих вообще SSD отсутствует, в принципе. И т.д. и т.п. И многим ребятам просто при вылете, например, игры приходится перезапускать игру, чтобы быстренько вернуться в бой. Такое тоже часто случается. Вот так вот у нас загружается игра без использования данного способа. Вот. Закрываем все это дело. Способ очень простой. Все, что нам нужно сделать, это удалить загрузочное видео. Абсолютно все. Где оно находится? Соответственно, на диске C, Program Files, Steam, Steam Apps, Common, PUBG, TCL Games, Content, Movies. И все, что здесь у нас есть, мы попросту удаляем. Абсолютно все. Папочка у нас пустая. Это даст нам преимущество несколько секунд быстрее загрузки данной игры. И вот так вот сейчас у нас загружается игра. Как мы видим, у нас пропало загрузочное видео. И игра у нас подключается в разы быстрее. Пользуйтесь. Так что не забудьте поставить лайк, подписаться. Вот, мне будет очень приятно, кому видео оказалось полезным.